Магаданцев приглашают к участию в конкурсе «В ритме жизни». Заявки принимают до 30 октября 2020 года. Целью состязания является популяризация ЗОЖ среди жителей областного центра. Конкурс проведут в рамках городской акции «За здоровый образ жизни». Организаторами выступили специалисты Управления по делам молодежи и связям с общественностью мэрии Магадана. Основная цель конкурса – привлечение внимания молодежи и детей к охране здоровья, повышение уровня знаний о способах профилактики распространения ВИЧ в молодежной среде. К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, образовательные организации, творческие коллективы, молодежные общественные и некоммерческие организации. Конкурс проводится в двух возрастных категориях – юниоры от 10 до 17 лет и молодежь от 18 до 30 лет. Участники, не достигшие совершеннолетия, могут попробовать себя, однако в составе творческих коллективов, где должен быть как минимум один гражданин старше 18 лет. В конкурсе два основных направления – видео и графика. И несколько номинаций – «Береги здоровье с молоду», «Мой выбор», «Знать, чтобы жить». Более подробную информацию можно получить по телефонам 20 07 32 и 20 07 33. Итоги мероприятия подведут в начале ноября этого года.